И снова здравствуйте, всем привет. Давайте в этом ролике сделаем именно голову персонажа для рыцаря Альянса. Итак, болванку давайте подгрузим ZBrush базовую. Так, вот она. Так, в принципе, вот такой типаж. Он уже и подходит, значит, для нашего персонажа. Ну, давайте чуть-чуть его сделаем поприкольнее, да? Что сделаем? Включим симметрию. Окей. Так, на вопрос, почему я опять использую не ZBrush? Потому что тут то же самое, что и ZBrush, и прикольней работать с персонажкой. Так, вытягиваем, значит, челюсть. Вот как-то так. Теперь челюсть я хочу сделать прям побольше. Вот таким вот образом. Квадратную. Голова. Так как шлем здесь будет меньше, голова должна быть меньше. Так что давайте голову еще прям уменьшим. Лоб уведем. Затылок сделаем поменьше. Вот так. Шея пускай будет потолще. Все-таки боец. Теперь флаты нам поровняем чуть-чуть. Тут все придадим именно форму. Вот таким вот образом. Потихоньку. Флаттен здесь работает вообще бомбовски. Мне тут очень помогает многие вещи сделать. ZBrush, да, он тоже настраивается. Но почему-то ZBrush, он не нравится мне, как работает. Так. Как-то все там грубовато. Здесь все мягенько идет. Ну, Blender тоже Flatten нормально работает. Настройка у него там тоже хорошая. Так, теперь, значит, челюсть преобразуем. Вот так все это дело выглаживаем. И нужно сделать ему челюсти прям такой борзый вид. Так, здесь чуть-чуть приминаем. Теперь немножко еще поработаем. Уберем. Давайте вот эти части уведем в бок, челюсть приподнимем. Так, уши. Уши я тоже хочу поднять повыше и увести подальше. Вот так. Так, теперь челюсть можно еще вперед подать. И сделать ее чуть прям квадратной. Нос оставлю такой же. Так, теперь наметим, давайте через Alt вот эти все пазы для глаз. Желательно склеим, чтобы они были поприкольнее, да? И поглубже их делаем, чтобы когда будем потом сетку менять, делать ZMS, прям пазы были глубокие. Следом что? Добавим ему вот эти вот брови, значит, да, выровняем их флаттеном под углом, вот таким вот образом. Так, снизу чуть-чуть, смотрите, что делаем, надрезаем и отбиваем вот эту кромку, именно где века будет, от бровей, ну как-то так. Так, теперь все это дело можно еще немножко посадить вниз. Добавить скулы. Давайте добавим скулы. Опять же флаттеном. Вот так. Ну, в смысле, драйвом с использованием клея. Так. Выглаживаем их. Намечаем нашему персонажу сразу рот, чтобы потом его не отделять. Это через Alt. Так. Теперь клей, наверное, отключу. Чтобы потом ZBrush его не резать, сразу делаем наметку.
уходим прям вглубь щеки побольше. Сетка потом поменяется, и все будет нормально. Так, то, что вот видите, чем больше вы убираете, тем начинаются разрывы. Но это не суть вопроса. Все это мелочи. Так, теперь делаем губу. Это уже можно с клеем здесь поднабросать такую массу. Так, без клея намечаем нижнюю губу. Так, верхнюю тоже губу побольше. Вот таким образом. Хваты нам чуть-чуть здесь, значит, выравниваем, придаем изгиб губе. Так, нижнюю тоже корректируем. Делаем ей подрезочку. Так. Отсекаем, значит, вот эти части от носа, вот эту и губу, и вот эту полосу тоже. Так, полосу отобьем прорези и вот вмятину сделаем здесь. Вот таким вот образом. Так, здесь чуть-чуть закругляем. Нос немножко выравниваем, добавляем носу вот эту вот мякоть. Так, это много. Острый нос нам не нужен. Нам нужен такой брутальный, да? Значит, туповатый нос такой. О! И добавляем, значит, вот эти носовые пазухи. Отбиваем все это дело кризом. Нижнюю часть глаза тоже отбиваем. Так, что еще? Ухо надо делать. Так, вот еще череп, видите? Для каски это будет большой, значит, череп. Я его сейчас буду по минимуму убирать. Таким вот образом даже можно еще, наверное, поменьше. Вот так. Надрезы делаем где скула треугольником, вот так, и уходим на нижнюю часть челюсти. Убираем от рта в эту сторону, значит, делаем выемку и делаем тут треугольники вот эти. Отбиваем челюсть. Добавляем челюсти массы. Проходим полукругом хвата тут, под углами опять же. Ровно не надо тут работать. По прошлым роликам, кто смоет, такая штукенка. Так, шею чуть-чуть поменьше, за ухом подгладить. Где ухо выгладить, поменять уху, значит, сетку. Делаем прорези, наметку уха. Теперь и драйвом делаем пазус вот этот. Ставим клей. Накидываем немножко вот так вот полукругом, ну как массы, делаем здесь вот такое разветвление, добавляем теперь мочку уха. Так, это уже можно без клея, шифтом выглаживаем, чтобы исправить вот эту сетку, и по краю проводим вот этим
кризом, драйвом, пардон, делаем пазл для лука. Через альт где-то что-то вдавливаем. Так, где глаз, выглаживаем. Что еще тут? Здесь часть тоже сгладим, добавим в эту сторону, значит, немножко переход. Выровняем немножко гортань. Так, добавим еще такой брутальности. Подтянем немножко скулы. Вытянем немножко в полукругом губы верхние. Вот так вот. Но немножко давайте тоже побольше. Потуповатее сделаем. Так, в ноздрях. Сделаем через Alt вот эти пазы, там побольше, чтобы они при изменении сетки остались. Добавим вот эту выемку, чуть выявленнее, да? Добавим на губы вот здесь вот массы. Через Alt. Так, здесь еще можно чуть-чуть небо подобрать. Так, ну рот вроде отбитый. Поменяем потом ему сетку. Немножко давайте подтянем губы. Подкорректируем. Так, что еще тут можно сделать? Так, крис от носа тоже. Сделаем вот такую мякоть тут. Схватываем под углом, все это дело сгладим. Так, скулу немножко тоже сгладим. Вот так. И вытянем ее угловато. Вот. С глазами что делаем? Глаза уводим от носа поглубже. Так, нос фиксируем. Добавляем мясо еще. Добавляем резки побольше, чтобы вмяло прямо ее. Во. Здесь отсекаем, сглаживаем. Вот от арка отбиваем вот эти вот мышцы. Так. Подбородок отбился. Переходы, чтобы вот эти вот мягкие более-менее были. Так, это в эту сторону. А эту челюсти не глажу. Так, что у нас по челюсти? А по челюсти можно еще добавить здесь мясо. Вот так. Бац. Так, эту челюсть чуть-чуть. Во. Ну, где-то так я себе его представляю. Докидываем массу вот под челюсть, потому что мы тут уже, значит, вытягивали. Можно шифтом тут выговорить, она чуть-чуть тянется сама. Ну и помягче делаем челюсть, чтобы не было никаких таких ненужных складок. Так, по лбу, что у нас выходит по лбу? Так, лоб я хотел бы сделать квадратным. Вот
Так. Ага. Потому что это все-таки воин. В лобовую, как он пойдет, да? Побольше делаем переход. Добавляем промежуточную вот эту складку. И на нос можно еще чуть-чуть поднакидать тут. Так, можно даже побольше мишки под глазами сделать. Боец не спал, боец устал. О, вот таким вот образом. Так, нос. Отбиваем вот эту мышцу носа, чтобы был переход, создавался. Где-то что-то, опять же, можно дорезать. Там, добавить каких-то переходов, чтобы потом свет играл. Можно добавить вот эти вот складки на лбу. Прорезаем, теперь уменьшаем кисточку, интенсивность и полностью. И поверху только так вот проходим. Во. Ну и теперь опять же немножко дорезаем. Вот они складки уже есть, где-то чуть-чуть подгладить. Так, ну думаю, что можно еще шею отбить, хотя ее видно не будет, он будет в шлеме. Ну, думаю, такой персонаж, в принципе, ничего так неплохо будет выглядеть. Все, всем пока, до свидания. В следующем ролике буду уже показывать, как щитки доделать, и раскрашиваем, и потом уже следующий ролик на анимашку Рид, и какая-нибудь анимация будет.